что у нас есть. Так. Энтер банит первый. Банит Энигму самым первым пиком. Отличный вариант. Я очень надеюсь, что мы увидим либо Медиву, либо Амаранф, потому что эти карты мы еще сегодня не видели. Ну или, по крайней мере, Амаранф, потому что ее нету во втором мап-пуле. Все банят Энигма, потому что мы вначале посмотрели целых три раза, да, ее. Поэтому все банят Энигма, никому не интересно. Так, банит Медиву Кет. Банк он тач. Две карты. Абидос или Амаранф? Абидос или Амаранф? Ой, чё так волнительно, лол? Давай, какой кет? Кет, давай, кет! Кет, давай, хопа! Кет! Минус Абидос, да. Я бы посмотрел на Амаранф, на самом деле. Интересно вообще, что за карта, я ее на самом деле вообще не тестил, не смотрел, просто нов сказал, берем ее. Е, Абидос, минус Абидос, играем Амаранф, играем 10 минут в ЭКУ-3. А, 15 минут в ЭКУ-3, да, сорян. Перейдем давайте к нашим дорогим ребятам. И уже... Поехали. Играем 15 минут в ЭКУ-3. Оба игрока у нас в ЭКУ-3 физикой. Да, Маппер Люси, представляешь? Да, будет только в ЭКУ-3, потому что оба игрока с ЭКУ-3 физикой. И Enter уже финиширует. Делает 32.1. Кет пока что что-то пытается вспомнить. Я, честно говоря, сфокусировался на роуте Энтера, потому что это было мне, ну, более интересно, да? В любом случае, нам будет, надо будет фокусироваться на одном из. Как бы, да? Ну, постоянно. За двумя посидишь, никого не поймаешь, как говорится. У Кета тоже явно есть роут. И вот, кстати, да, неплохая среза с ракет. Ну как среза? Здесь очень много на самом деле вариантов. Можно с ракетами и так отстрелиться, и сяк отстрелиться. И как вообще угодно можно отстрелиться. Кстати, Кет оставил рокет на потом. А-а-а, упал! Ничего страшного. Все хорошо, Кет. Не волнуйся. Не волнуйся, Кет. Да, спасибо, мягкий пуст, это очень... Вон, вон, фраг-фраг, лет-лет. Вендор пытается что-то исполнить. Так, ну... Кет явно срезает с ракетами, да, тут... Нормально у него все плазмится. Но, на самом деле, Кет не совсем... прямо... Виапонщик в том смысле, что ему нужно немножко больше времени для этого дела, чем, допустим, тому же Энтеру, да, потому что все, естественно, знают Энтера. Думаешь, там Лэплайт он твой роут украл? Так, и Enter финиширует 31.9. Кет по-прежнему еще не прошел карту вообще.
Да, у Кета медленнее, немного дорожка, но... Не знаю. У Виточенкова знает, откуда тогда эта карта. Да, естественно, я его знаю. Да, Димон тоже знает. А еще Димон знает здесь, наверное, сверхроуты, потому что он играл. Да, пытается как-то с плазмоджампами Кет тут забраться, но не особо. Я не буду говорить. Конечно, нет, я буду сохранять тайну. Кет финиширует, ставит 37.2. И осталось лишь чистенько пройти. И все будет хорошо. 32. Я делал 31 с чем-то. Я, по-моему, в последний день, когда прямо все, финал тестили, когда уже карты даже отдали, я еще раз перетестивал. У меня 39, по-моему, было. На, у Кет такое ощущение, что я вообще почти не играл. Там чисто так, типа, зашел, посмотрел. У него не отточенные углы, а вот у... Ну, в плане плазмы, да, может быть, у него просто всегда так не получается. Ему нужно больше времени, чтобы привыкнуть к тому, что тут надо не только стрейфить. Но, ну, то к Энтеру, естественно, не придраться. У него все отлично, как всегда, да, скажем. У Энтера все получается хорошо. Кет вот сейчас там, грубо говоря, дорожку повторяет, да. Ну, тут, как бы, в ВК3 может быть не так много прям вариантов. Хорошо, Кенекс. Остается 10 минут. И я вам могу рассказать про эту карту. Знаете что? Что она перетекстуривалась практически трижды. То есть изначально... Вообще изначально вот эти столбы были прямые. Они были просто квадратные. Какой угол для плазмы? Эти, вот эти вот столбики, у которых сейчас Кет, они были изначально прямыми, все поставлены ровно под 90 градусов. И дизайн был совершенно другой. Но такая проблема была с текстурпаком, что... Ну, в этом суть, Леонид. Да, да, Кет такой вот эти, что Кет сейчас обновил свой тайм, 37.4 у Энтера, 34.5 у Кета. Разница в 3 секунды, достаточно большая на самом деле разница, но не такая уж, чтобы прям огромная, поэтому у Кета есть еще достаточно времени, чтобы это все исправить. В дальнейшем Нос сказал, а что если мы повернем эти все квадратики как-нибудь рандомно? И я такой, типа... Ну ок, пишем мы такие с ним Люси, и Люси просто их ставит с учетом набора скорости и вот это все, чтобы была какая-то вариация, покрутила, перевертела, и с дизайном, с первым текстурпаком была такая проблема, что шейдеры почему-то не считывались, то есть лампочки не горели, какие-то свистоперделочки не свистопердели, и на самом деле это... Не... На самом деле это... Ну как бы не вариант, да, для нашего турнира. Ну, кстати, у Кета очень интересный роу, то что он использует вот так вот две ракеты. Он срезает там плазмы части, возможно, он может сейчас перебить Энтера, если у него вдруг все получится. Но нет, не получается у него плазма джамп, к сожалению, и...
И финиширует 32.34.2. Немножко обновляет свой тайм. Писало, да. Ну и, в общем... Да, ну, карта вроде как приятная. То есть и задумка какая-то есть, идея, да, то есть... Единственная карта, кстати, когда я запаковывал все там с левелшотами, да, ну, нос потом перепаковывать пришлось ему, потому что я сделал левелшоты все в 16 на 9. И, в общем-то... Вот эта вот карта единственная, на которой используются 3D модели. Да, Люси. Люси. Сики. Да, это единственная карта, где используется 3D модель. А, ну цепи, не, ну кастомные. Окей, кастомные 3D модели. Цепи на Enigma, они даже в Radiant не отображаются как цепи, поэтому ничего не могу сказать. Остается 5 минут, Энтер в явном преимуществе. До сих пор у него 31.1, он, по-моему, так и не улучшал свой тайм. 3 минуты, точнее 3 секунды у них разница. У Кета по-прежнему не получается. Модель телепорта тоже не кастомная. Люси-пуси. Ой, отчислил сейчас. Отчислил. Так, Энтер старается, играет, потеет. Можно на самом деле немножечко получше, немножко получше стараться, да? Ну, главное, как завещал Илья, не перестараться. И это, я повторюсь, достаточно хорошее и важное заявление. И вот Энтер. Не долетаю. Да. А мог сделать хороший тайм. А мог ведь стать пекарем, да, работать в пекарне, печь булочки. А что делает человек? Ну и что мы видим? Остается у нас 4 минуты, у Кета все так и не получаются те самые заветные плазмобусты. Точнее, не плазма бусты, а плазма джампы. Энтер печет мою булочку. Криворуков, я что-то о тебе не знаю. Я бы на нее в сырм глянул. Глянул в сырм. Я пекарь, ничего хорошего. Эх, Блакис. Кстати, отличный стрейф сейчас у Кета на старте, если он сможет эту карту сейчас финишировать. Модель Люси, да? Отлично, отлично, Дон Мэтлайт. Скоростной парень. Не знаю, у Кета очень классный мувмент на самом деле. Понятно, что Энтер как бы в плане стабильности выигрывает. Но... Ну блин, ну Кета же классные движения, почему вот некоторые аспекты не получаются? Возможно, нервы, возможно, может быть, он подустал, да? Ну, мало ли кто сегодня чем занимался, турнир проходит вечером. Ничуть не ясно, как это все пройдет там и так далее. Давай, Кет. Нет, тебе не хватит, хп. Не вру, зимой хорошо на работе, летом, когда плюс 30 попробую. А, ну, вообще, как бы, Блакис, я тебе могу сказать, что я повар-кондитер, и я знаю, что такое сидеть в пекарне летом плюс 30, когда окна все закрыты везде, неоткуда поступать свежему воздуху. Да, обратим внимание на Энтера, перестанем болтать о том о сём.
38 делает энтер, по-прежнему 34 у Кета. Я думаю, что 2 минуты более чем, конечно же, достаточно, чтобы поставить тайм. Так, немножко видим, что изменил Кет свой роу, да? Отличная плазма и... Твой! Твой! 31,8! Красава! Ровно секунда. Ровно секунда. Дыши булочками. Да, ну отличные результаты демонстрируют нам оба игрока. Естественно, оба себя отлично чувствуют в ИК-3, как Энтер, так и Кет. Все мы прекрасно знаем, что Энтер играет постоянно в обе физики, допустим, до ФВЦ. И на самом деле Энтер — это образец игрока, который должен стать иконой эталона по части дефрага, да, потому что, во-первых, он играет постоянно две физики, абсолютно не брезгует, отлично понимает благодаря этому полностью игру, где что как, где чего. Остается одна минута. А если вы играете только в одной физике, естественно, ваше представление о тех или иных моментах ограничено, как и ваш выбор, как бы осязание, да, игры. Поэтому, да. Вот Энтер уже встал, понимает, что времени уже под завязку. 40 секунд остается. На самом деле ракету еще можно юзать вместо плазмоклимба. Вот сейчас Энтер поднимется. Вместо этого плазмоклимба можно использовать ракету. Но насколько это будет быстрее? Вот в чем вопрос. Остается совсем немножко времени. Кет, к сожалению, падает в пропасть и, возможно, уже не успеет порадовать нас обновленным таймом. И стоп. Хопа. Хопа, Кет. Тайм, да. Такие вот дела. Давайте перейдем к сетке. Тайм у нас 38 и 31,8. В общем-то, не изменились за последние 2 минуты, по-моему. Разница почти ровно в секунду. Давайте. Они продолжают играть, им абсолютно все равно. Итак, давайте обратимся к сетке. И у нас уже сформирован полуфинал. Это Тутти-Фрутти, овчарки. Очень жаркая дуэль. И Шторм против Энтера.